должна была быть в Садах Победы, вот как бы конечная, последняя. Потому что всегда мы ждем, и от Святого Николая, от Нового года подарок. А их картина – это всегда подарок. Потому что в любой теме есть вот самое главное. Понимаете, это не просто картинка. Ну что такое картинка? Фотография – это тоже картинка. Живопись – это магия, это священное действие. И то, что Лена вышла и вывела потом и Владимира на эту уникальную технику без кистевого письма, это говорит о том, что картина – ворожба, священное действие. В нее заложена без этой кисточки энергетика Творца. И самое интересное в живописи – это личность. Чем больше личность Творца оригинальнее, интереснее, тем и получается этот уникальный результат. Вот в этом в зале представлено больше Лены, там они больше Владимира, но тоже есть с подвохом. Кажется, ой, Лена на работу, нет Владимира, Владимира нет Лены. Они уже шутят с нами, играют, игровое действие присутствует на этой выставке, тем она интересна. Леночка безумно любит природу. Вы знаете, вот тут мужское, женское начало проявлено, вот эти растения, цветы, ее натюрморты. Они так нравятся всем. Она любит и старинные вещи, которые несут на себе патину времени. И так, когда смотришь на этот натюрморт, мертвая натура, а у Лены она никогда не мертвая, у нее миры. Вот такие, один слой, второй, третий, четвертый, и за этими предметами открывается такая удивительная жизнь. Ведь своими учителями она не только с благодарностью называет Егорову, Борису, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрера, Тициана. Она с ними ведет диалог, и она все время вкрапления. Вот для знающего человека приятно. Тут посыл от Дюрера, тут гравюра Микеланджело или рисунок Рафаэля. И она вот берет самую высшую планку и с ней ведет диалог. И мне кажется, от этого она все время растет, какие цветы ее натюрморты. А еще Лена удивительно любит женщин, в том смысле, как эталон красоты. Балетный класс, невеста для байкера, морячки. И всегда в этих образах женских есть самое главное. Красота – это не 90-60-90, вас обманывают. Красота – это тайна. Это всегда видели и понимали великие творцы. Поэтому они всегда женские фигуры окружали некой тайной. Вот полуоборота, некая тень, тогда, чтобы наше воображение начинало пульсировать, и красоты становилось больше. Лена владеет этими секретами, она все время в поисках этой богини, ее балетный класс – это высший класс. Как здесь интересно, каждая картина – это своеобразный диалог, он выстраивает, ну, заставляет нас о чем-то задуматься. А вот Владимир вносит такое интересное начало, он потрясающий архитектор, он и дизайнер архитектуры, городской, кандидат архитектуры, и для него вот у них здесь еще идет такой совместный дуэт, прекрасно, они любят Одессу, куда бы их судьба ни бросала, и Санкт-Петербург, и там Италия, и Франция. Все время такая картина есть, да, возвращение домой, все время к дому, к корням. Вот. А Владимир просто обожает Одессу, у него сердце болит. Сердце болит, потому что наш город не становится лучше. И все эти одесситы понимают настоящие, что новое здание не заменит старое. И никогда не будет такого здания, если рухнет вот этот костяк, скелет дома для Русова, это аптека Гаевского, если вы помните, а рядом дом Липмана. Это уникальные сооружения, сейчас таких не построить. Эти дома карты говорят о безвкусице, а не о хорошем вкусе. И вот он как архитектор с этой ностальгией, через какую-то призму, тоже патину времени, он показывает нам красоту этих балкончиков, этих окон, этой скульптуры Меркурия, покровителя Одессы, бога торговли, бога поэтов, путешественников и воров. Все, что было в нашем городе, Одесса недаром Меркурия сделала своим главным покровителем. А рядом идет и Санта-Мария де Фьор, это флорентийский купол уникальной церкви, или даром какой-то собор Богородицы Успения, тоже Москва.
И все время другие города, и Одесса, которые на этих весах совсем не хуже, не уступают, а прекрасно своими архитектурными созданиями. Ибо архитектура, пожалуй, всех видов искусств, основоположная, она главная, она выражает стиль. И тут и архитектура, и тут и уникальные гранаты. Посмотрите, какой символ перед Новым годом? Гранат. Символ единства семьи, ибо в единении сила. Когда Бог Аид не хотел отпускать свою любимую жену Персефону, он не дал там, в подземном царстве, 2 или 3 зернышка граната. И она уже не могла вернуться на землю к своей матери. А полгода жила на земле, а полгода под землей. Символ семьи, вот этой связи, ячеек. Тут членов семьи немало, этой дружной, очень талантливой, которые всегда вместе поддерживают. И вот мы с вами в таком энергетическом, сумасшедшем кольце, где столько таланта, столько любви, столько радости, столько глубины, все вместе. Потрясающий замес, потрясающая выставка. Хорошего вам просмотра. Спасибо. Хотя они уже сказали многое, да? Я хочу сказать две вещи. Первое. Очень любим эту галерею, это центр Одессы, я считаю, не считая музеев, видите, но как галерея, это самый такой композиционный центр, там, где художникам хорошо. Хорошо. И мы очень благодарны Борису, Леночке и Борису Второму. Да, этому Борису. Короче, мы как дома здесь, среди друзей, покровителей и даже... Ну, а теперь, что я скажу насчет наших работ. Работы сделаны почти все за 2013 год. И работы сделаны только начало того, что мы хотим сказать для вас, для всех. Домысливать, можно вот так и назвать. Вот мы сказали первые 3 слова в предложении, а вы хотите, как захотите, так и закончите это предложение. Все для вас сделано, для наших зрителей. Ну, буквально 2 слова. Вот это пространство действительно дает возможность посмотреть на свои работы со стороны и проанализировать, и сделать выводы, и наметить как бы дальнейшие пути, куда дальше двигаться. Пространство шикарное, здесь очень здорово, и публика, соответственно, очень приятная. Поэтому смотрите, здесь есть где, чтобы отойти, посмотреть издали, посмотреть ближе. И хотя немножко присутствует некоторая мешанина, как бы работы перемешаны, тем не менее, главная идея здесь, это не проект в понимании какой-то темы, мы не задавали какую-то тему, а у нас как бы вот название выставки «Сумма взаимодействующих элементов». Да? То есть это не то, что мы сделали, а то, как мы это делаем. Как мы работаем вместе в мастерской, как мы влияем друг на друга. Это влияние вы увидите в работах, именно пройдя вот этот вот ряд картин. Спасибо, что пришли.